Приветствую вас, друзья! Сегодня я хочу поближе познакомить вас с брендом, с продукцией бренда Jordan Gold, компания Oriflame. Это были карандаши для губ, их всего три оттенка. Следующий продукт – это жидкая губная помада с матовым финишем. Вы можете посмотреть свотчи на руках, как выглядят оттенки. Следующий продукт – это стик. Всего их два оттенка, розовый и бронзовый. Это розовый оттенок, его можно использовать на глаза, на губы, на щеки. То есть он такой многофункциональный, красивый стик. Очень удобный в использовании. Следующий продукт, это появился не так давно в каталогах Oriflame. Это контурный карандаш, маркер для подводки глаз. Посмотрите, какую тонкую линию вы можете провести. То есть, не имея какого-то опыта особенного, вы можете себе сделать очень красивые, аккуратные стрелки. Это карандаши для бровей. Это пепельный оттенок. Он двухсторонний. С одной стороны карандаш, с другой стороны щеточка для расчесывания и коррекция бровей. Следующие два продукта – это тушь для ресниц и консилер для век. Для век мы не используем тональный крем, и в этом случае вам очень удобно будет использовать этот консилер со своей кисточкой. Как видите, он также в двух оттенках – светлый и натуральный, со светоотражающими частицами, ухаживающими компонентами. Впрочем, в каждом продукте, так же как и в этой туши, которую вы видите для ресниц, есть свои ухаживающие компоненты, витамины, специальные ингредиенты, которые ухаживают за ресницами, за кожей, за губами, смотря для чего они предназначены. Это была гелевая подводка для глаз. Следующий продукт – это минеральная компактная пудра. Она также в двух оттенках – светлый и натуральный. Следующий продукт – это минеральная рассыпчатая пудра. Эта пудра в одном оттенке. Она полупрозрачная, хорошо матирует кожу и хорошо укрепляет макияж на лице. Две тональные основы. В черной упаковке это тональная основа метаморфозы для жирной либо комбинированной кожи. У нее очень такое легкое нанесение, шелковое, приятное, и при этом пудровый финиш. Эта тональная основа имеет очень хорошие покрывающие способности. Следующая тональная основа – это крем CC. Два оттенка этого крема существуют – светлый и натуральный. Легкая текстура, также легкий, приятный в нанесении, ухаживает за кожей лица, имеет очень хороший защитный фактор SPF 35. Это антивозрастная основа Jordan Gold. И шикарный праймер-эликсир, который мы используем под тональную основу. Тональная основа наносится более легко, смотрится красиво. У этого эликсира есть светоотражающие частицы, и кожа нашего лица после нанесения него выглядит свежей, здоровой, красивой и молодой. Все эти продукты вы можете заказать в каталогах Oriflame. Свяжитесь со мной для оформления заказа.